Привет, дорогие друзья, снова с вами я, ваш друг Парвин Гайдаров. Вчера исполнился 85 лет Владимира Высоцкого. Он родился в 1938 году, но умер, когда ему был 42 года. Но я сейчас не об этом, я сейчас о другом. Три секрета Высоцкого, три секрета, которые скрывали от советских граждан. Советской власти. Первый про Высоцкого. Первый секрет, он был евреем. Второй секрет, он умер от передозировки. И третий секрет, он был агентом КГБ. Вот так. Благодарю вам. До новых встреч. Пишите в комментариях, что вам нравится и что вам не нравится в моем канале. И не забудьте подписываться на мой канал и поставить лайк. Пока. До новых встреч.